Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Ре – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Буква Ре наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Покровительство Венеры дает этим людям неоспоримые преимущества. Как правило, они очень привлекательны и пользуются успехом у противоположного пола с юности до весьма преклонного возраста. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Главные качества этой личности – любвеобильность, романтичность, сентиментальность, душевная щедрость, тяга к прекрасному. Жадность – наиболее распространенный порок в этом имени. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква Е в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Кроме того, звук Е придает обаяние и простоту. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Обладатели этого имени – выдающиеся творческие способности, глубоко чувствующие, часто излишне сентиментальные, склонные уделять внимание мелочам. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Буква Н в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.